состоялся глобальный анонс оболочки Mi 9.0 на базе Android Pie. Компания Huawei объявила о том, что начало распространения оболочки Mi 9.0 на базе Android Pie. Стоит отметить, что еще за сутки до официального объявления стало известно о выходе этой же версии для ряда топовых аппаратов компании, но формальный анонс случился лишь этой ночью. На рекламном изображении можно видеть, что изначально обновления должны получить смартфоны Huawei линейки Mate 10, линейки P20, а также аппараты Honor Play, View 10 и Honor 10. twitter.com/huawei.eu/status/10774953278383364506. Также стоит отметить, что обновление требует немалые 4 ГБ свободной памяти на накопителе.